искренность Влада при деньгах. Кто любит заниматься сексом, ставьте лайк, пожалуйста. На самом деле, вот Old Spice, да, если взять, то, блядь, ну, вся Украина, реально, все мужское население Украины, буквально, сколько это? Окей, не все, давайте так, всего в Украине 40 миллионов людей. Мужчин из них 20, допустим, да, если 50 на 50 с дамами. И, допустим, каждый второй пользовался Old Spice. Это типа, ну, реально, то есть каждый второй. Это огромная марка, и все украинцы почему-то любят ее очень сильно. И это же какая огромная, представьте себе, какая прибыль, нахуй, Old Spice, типа, ебать в рот. 10 миллионов мужчин пользуются дезодорантами Old Spice. Это я не считаю еще гели для душа. И я не считаю там всякую залупу для бритья. Это только лишь, блядь, дезодорант. Ну, антиперспиранты, точнее. 10 миллионов, допустим, если он только твой, то его хватает, ну, недели на 3, наверное, да. 50 недель в году разделить на 3, это будет 20 раз в год по 60 гривен, 120. Это 1200 гривен умножить на 10 миллионов. Миллиард гривен, что ли? У Old Spice по Украине около миллиарда гривен прибыли, представьте себе. Охренеть просто можно. Ну это да, плюс мне женщины тоже Old Spice пользуются. Ну я же примерно считаю очень. То есть я знаю, что девочки пользуются Old Spice, многие, кстати. И это нормально абсолютно, потому что... Ну я пару, там что-то неделю-две я пользовался каким-то Lady Speedstick, блять. Ну он такой, типа он совсем, ну как бы хуй, мне не нравится. А вот Old Spice, просто у них линейка огромная. Покупает, у них огромная линейка, у них куча запахов, типа... К ним доверие большое. Я раньше пользовался белым, он самый вообще вкусный, а там белые цвета вот эти. Я не помню название, там их слишком много. Но вот белый охуенный запах. Но типа дело в том, что они оставляют в натуре очень такие внушительные пятна на одежде. Я это ненавижу. Типа когда, ну, дезодорант это по сути та хуйня, которую ты намазал и забыл. Типа ты не должен о ней думать, типа... На протяжении дня тебе это нахуй не надо, типа, ты же деловой человек, камон. Потом снимаешь какой-то гольф ебаный, типа, раз в 3 недели. А сколько, твоему? Ну, 2-3 недели, а сколько, больше или меньше, я не понимаю, не помню. Просто я не слежу за этим, чувак. А, ну да, типа, это же миллиард просто, типа, нечисто. Это же, типа, какая-то там, сельпо тоже получает деньги, ну, магазин, который... продает там налог еще какой-то ебаный. Ну, тем не менее, довольно много денег они получают. Искренность Влада при деньгах. Я, кстати, нашел, типа, ну как, не я нашел, опять же, а меня нашел. Обычно контент меня находит, а не я нахожу контент. Предложка работает. Иногда парашно, конечно, иногда нормально. Ну вот, типа, мне постоянно в предложке там обзоры матчей, Ла Лига, там, итальянская премьер-лига, там, какая-то испанская. Я смотрю какие-то Генуя с какой-то залупой, там, Марокко с какой-то залупой. Ну, прикольно, типа, просто топовый футбол смотреть, там, Лигу чемпионов нормально. Но иногда вот такие матчи, знаете, такого масштаба, поменьше, тоже интересно смотреть. Там тоже моменты бывают очень... Класс, конечно, другой совсем, но все равно очень интересно. Типа, там все равно борьба идет, типа, вся хуйня. Нервы, там, желтые карточки направо и налево. Очень интересно, почему-то в последнее время очень интересно футбол смотреть. Может, я взрослею? Но это эстетически просто доставляет. Чувак бежит с мячом, типа, и охуенно точным ударом в девятку ложит, типа, и ты такой, вау, чего, блядь? Просто я сам играл в футбол в детстве очень, очень много. В секцию ходил даже. Я обожал футбол играть, типа, там, на воротах стоять, блядь, и бить просто в касание, там, или 3 на 3 играть вообще, за милую душу, обожал. И в чем прикол, типа, я все это выкупаю, как это работает, как это сложно все на самом деле. И сколько нужно лет тренировок, чтобы реально положить там с 30 метров крученый мяч в девятку точно положить. Это огромное мастерство у человека. То есть он буквально живет в обнимку с мячом. Охуеть можно. Искренность Влада при деньгах. Кстати, да, вот я вам говорил, что я хочу поехать в Ивано-Франковск с малышкой своей. Но дело в том, что объебалась, походу, наша поездка из-за коронавируса. В чем дело? Собственно, есть 3 зоны карантина. Красная, желтая и зеленая. Киев и Западная Украина пока в зеленой. То есть можно спокойно перемещаться, вся хуйня. Но прикол в том, что ситуация может поменяться очень быстро. И типа мы можем не уехать просто, понимаете, в один момент. Нужно будет ПЦР-тест ебаный
А я маму ебал, типа, деньги платить за ПЦР-тест, это боссы. Вот, поэтому, походу, придется отложить поездку на неопределенное время, блядь. Лучше, наверное, за это время... Я, кстати, думаю к альбому опять приступить. Я сегодня переслушал свой альбом «Философ 3Х», вдохновился нехило. А, нет, вчера. Вчера переслушал полностью. Вдохновился нехило, кстати. Там мало просмотров его, я видел статистику на DistroKid. Его, по сути, никто не слушает. Практически очень мало людей, кому он зашел, «Философ 3Х». Но, блядь, я его порой там раз в несколько месяцев переслушиваю. И реально понимаю, что такой музыки больше нигде нет. Типа, это абсолютно уникальный продукт. И это то, чего я добивался конкретно. То есть, если так посудить, то «Философ 3Х» — это мой мастерпис. Вы скажете, что «No Homo» — мастерпис, да? Но на самом деле в «No Homo» ничего особенного так-то нет. Это обычная песня. В плане уникального стиля, в плане звучания уникального, их, ну, прикольного, типа, какого извне, знаете. Вот «Маэстро», говорят, самый охуенный альбом. Но я просто, понимаете... Мне стало скучно слушать, типа, вот дефолтные треки, знаете, там, речитатив, биточек, типа, вся хуйня. Мне именно подавай какие-то эксперименты. И вот именно в плане самовыражения, мне кажется, именно «Философ 3Х» — это топовая хуйня, на самом деле. Потому что там я вообще ничего не стеснялся. Именно там вообще, ну, типа, когда я писал «Философ 3Х», у меня не было вообще никаких границ, вообще. То есть я делал, что хотел, мне вообще похуй было. И это самое ценное, то есть я не думал ни о чем, я просто вырубал голову и на подсознании просто типа ебашил. То есть это реально авангардный хип-хап, считайте. Слушаю тебя в Spotify по дороге в Шарагу. Ха, нормальный чувак. А я свои треки по дороге в Шарагу слушал, я тогда на SoundCloud еще выкладывал какие-то техно, ну, электронные треки. Я сделал вечером трек, и с утра я иду в университет и слушаю трек типа в наушниках каких-то дешевых. Вакуумных, ну нормально, типа, думаю, там то подкрутить, это подкрутить, ну короче, еще лет, блять, как же много лет пишу это говно музыку ебаную. Ну вот да, мне кажется, что вот за все годы, типа, я не могу точно сказать, когда я начал этим заниматься, в 15 году или в каком, блять, ну вот именно «Философ 3Х» — это, походу, вершина, вот. Ну я думаю, новый альбом, типа, будет еще лучше, то есть я совмещу «Маэстро», «Философ 3Х», типа, и «Вместе», и «Кам» еще. То есть это будет именно, я думаю, написать довольно внушительно большой альбом такой. Нехилый, знаете, чтобы там все было именно, все жанры, блядь, которые я узнаю и умею. Вот. Не в сказку попал. Нет, не в сказку попал, это уже я здесь, в Киеве, жил. А я говорю про еще «Инженер» себя называл давным-давно, тысячу лет назад. Вот до характера еще я был инженер. Инженер in the construction. В SoundCloud, типа, есть у меня много треков, типа. Engineer in the construction. Да, я на SoundCloud вообще хуй забил, кстати. Мне что-то это вообще не нравится. Ну, типа, как он работает, типа, что он из себя представляет, мне не нравится. Я на Apple Music просто слушаю свои треки всегда. Ну, или в YouTube, у меня YouTube Premium стоит. $5 в месяц, кстати, плачу, охуенно.